Чилийском районе началось строительство новой центральной больницы. В поселке Щиеле состоялась закладка фундамента центральной больницы на 150 коек. Проект финансируется из республиканского бюджета. Отметим, действующее здание больницы в аварийном состоянии, оборудование также морально устарело. Аким области поздравил жителей поселка с началом строительства объекта. По возможности необходимо завершить строительство до конца года, постараться, чтобы Новый год коллектив встретил в новом здании. Сегодня заложен фундамент центральной больницы в районе с 80-тысячным населением. Прежнее здание было аварийным, не было условий для оказания качественной медицинской помощи. В этом году планируется создать объект. Все это забота главы нашего государства о здоровье нации. А в ауле Алгабас в рамках ГЧП открылся спортивно-оздоровительный комплекс на 200 мест. Объект стоимостью 42 миллиона тенге построен компанией БТИК. В комплексе имеются залы для игры в мини-футбол, волейбол, занятия борьбой и боксом.